Сейчас я приготовлю вот такое огромное сердце в казане. Посмотрите на него, тяжеленький. У кошки аппетит проснулся. Сначала уберем лишнее, срежем жир. Также уберем все сухожилия. Мы про песика забыли. Разрежем сердце на полоски. Этот жир еще нам понадобится. Пожарим на нем наше сердце. Пошла жара. Сначала проварим сердце, чтобы оно стало мягче. Сюда же добавим лавровый лист. Черный перец, также соль. Как закипит, проварим часик. Ребята, если наберете много лайков, в следующем видео пожарим самый вкусный шашлык. Пока варится наше сердце, подготовим все овощи. Натерем морковь. Лук нарежем полукольцами. Очистим перчик. И нарежем на кусочки. Порежем жир на маленькие кусочки. Также нам понадобится нарезанная капуста. Какая же красота! Наш Казахстан – самая красивая страна. Но воздух Алматы немножко грязненький. Бульон офигенный! Режем мясо на кусочки. Вытопим жирок. Также добавим немного растительного. Отправляем лук.
Эх, ребята, передать вам эти ароматы. Жарим 2-3 минутки и отправляем морковь. Далее идут капуста и перчик. Добавим немного бульона. Поперчим. И посолим немножко. Закроем крышку и протушим 20 минут. Снизим жар. А в качестве гарнира у нас рис. Украсим зеленью. Сейчас будем дегустировать. Это нереальная вкуснятина. Ребята, если вам видео понравилось, обязательно поставьте лайки и подпишитесь. Как вам видосик? Поделитесь мнениями в комментариях. Если будете активными, буду вот так чаще снимать на природе.